Общественный совет при УМВД России по Одинцовскому округу собрался в новом составе. За 3 года работы нашего совета основная задача была – это создание положительного общественного мнения о деятельности полиции. В состав совета вошли представители науки, культуры, спорта, образования, средств массовой информации, духовенства и общественных организаций. Все они были представлены на заседании, и за каждым будет закреплен конкретный отдел полиции. На заседании также обсудили план работы на текущий год и избрали нового председателя. Все единогласно проголосовали за Александра Борисовича. Мы всегда проявляли активную позицию и благодарны Александру Борисовичу, потому что тот вклад, в который вносит Александр Борисович, это очень ценно, важно. Это настолько значимо и колоссально. Поэтому спасибо огромное еще раз от всего личного состава, от всех нас. Напомним, что первый совет был сформирован в 2011 году и по настоящее время эффективно выполняет свои функции по общественному контролю за деятельностью полиции. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».